Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимов. Сегодня еще одна красивая шалечка для разбора. И схема есть, это здорово. Шаль чем хороша, что идет широкое расширение, это бывает редко. И вяжется просто. Такая имитация мотива. Смотрите, какие красивые цветочки получаются, такие вот как мотивчики. Самое главное подобрать красивый цвет ниточек. И приступить к вязанию. У меня есть такая замечательная схема. Попросили разобрать шалечку. И мы это сделаем. Начинаем набор с воздушных петель. Вот как тут указано по стрелочке. Набираем 13, 14 набираем. Даже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 набираем воздушных петель. И начинаем вязание. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1, 2, 3, 4 оставляем. И в четвертую петельку мы с вами вяжем 1, еще 4 столбика с одним накидом, 2, 4 провязали, теперь 1, 2, 3 воздушные петельки и 1, 2, 3, 4 в пятую воздушную петельку столбик без накида. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 в пятую столбик без накида. 1, 2, 3 и в самое начало нам нужно провязать 5 столбиков. Вот. Кстати говоря, тут как-то не очень у меня ровненько. Мы сейчас по центру воздушных петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По центру воздушных петелек, чтобы у нас было все красивенько. Вот так. Красиво и ровно. В самом начале так поделим. 1, 2, 3 и в первую петельку провязываем веерочек. 1, 2. Четыре, пять. У меня очень красивые слонимские ниточки. Обожаю цвет бирюза. Идем дальше. Провязали. Теперь наша задача, плохо видно, только 1, 2, 3, 4 воздушные петли, 5 столбиков, 5 столбиков и 4 воздушные петли вернуться. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, поворачиваем вязание и в первый столбик или даже с центра последний с краю узор, но он не сложный, чередование веерочков и воздушных петель. 2, 4, 5, здесь же в первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В самый последний столбик. Столбик без накида. Вот что у нас должно получиться. Уже симпатично. Идем дальше. Вот мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушных петель, смотрите, они будут все время повторяться. 8 петелечек. Набираем и 1, 2, 3, 4 в пятую воздушную петельку вяжем опять веерочек. Начинаем с двух, со столбика с двумя накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всегда будет одинаковый набор. 8
Раз, два, три, четыре. В пятую. Только с другой стороны. Петельку. Нам нужно провязать столбик с двумя накидами. Вот. А 4 столбика в это же место вкалывания. Так, сейчас я с ниточкой разберусь. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь 3 воздушные петельки в самое основание. 3 воздушные петельки и повтор наших, я бы сказала, веерочков, наверное, все-таки. 1, 2, 3. В основание. 1, 2, 3. И нам нужно провязать точно так же расположение наших веерочков, как мы вязали. 1, 2, 3, 4, 5. И такой же веерочек идет с наклоном в эту сторону за крайний столбик. За последний столбик. Один. То есть веерочки будут чередоваться именно наклоном. То к себе, то от себя. И все. Вся принципиальная разница узора. 4, 5. Теперь надо сделать повтор. Как бантики, да, смотрится симпатично очень. Повтор узора вот как здесь. Раз, два, 3 воздушные петельки вот в это место, столбик без накида. 1, 2, 3 воздушные петельки. И теперь вот мы сюда сделали. Теперь наша задача провязать столбик с 3 накидами, а потом веерочек. Столбик с 3 накидами в это же место вкалывания. То есть с этой стороны у нас будет столбик с 3 накидами, а с другой стороны у нас будет 8 воздушных петель. Как только это сделать, я не знаю, честно говоря. Провязали и где-то в третью дужку, петельку, нужно провязать веерочек. Раз, два, три, четыре и последний столбик с 2 накидами. Как-то так. Аналогично. Провязали. Идем дальше. Повтор. Раз, два, три, четыре. И в основание вяжем веерочек. И второй, который смотрит на него. А между воздушные петельки. Потом опять веерочки смотрят друг на друга. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание. Последний столбик вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Веерочек, который будет смотреть тоже в эту сторону. Вот сюда. Получается, как бы веерочки, а с другой стороны, со стороны смотрятся как бантики. Очень симпатичный узор. 3, 4, 5. Вот. Что нам нужно понять? А там, где у нас уже провязаны бантики, мы сюда вяжем воздушные петли. Веерочки смотрят друг на друга, а между ними воздушные петельки и опять узорчики по 2 ряда, они будут смотреть в одну сторону, потом разворачиваются. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и между столбик без накида. 1, 2, 3
и в последний столбик вяжем веерочек, меняя направление. То есть 1, 2, 3, 4 в одну сторону смоет. И мы меняем направление друг на дружку. Получается, на самом деле, как бантики. Мне очень нравится. 1, 2, 3, 4, 5. И веерочек, который смотрит на нас, да? Вот так получается. Симпатично очень. 1, 2, 3, 4, 5. Самое главное в шалечке взять красивые ниточки, красивый цвет и красивый узорчик. Вот. И такую дужку нам надо теперь привязать. Вот она у нас идет. 1, 2, 3. И в основание столбик без накида. Вот. То есть, чтобы все было абсолютно идентично с одной стороны и с другой. Идем дальше. Дальше мы с вами знаем 8 воздушных петель, веерочек в четвертую петельку и воздушные петельки. Веерочки смотрят друг на друга. Воздушные петельки. Веерочки друг на друга. Воздушные петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4 или в 5. Столбик. Первый столбик с двумя накидами. Это надо просто запомнить как данность. А 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Так, смотрим, что у нас здесь по узору идет. Провязали внутрь. У нас должна быть 1, 2, 3 воздушные петельки. И по центру, где у нас уже были воздушные петельки, 1 столбик без накида, 3. Провязали. Теперь у нас веерочек смотрит внутрь веерочка. Так, ниточка у меня тут. Решила покапризничать. 1, 2, 3, 4, 5. И веерочек с другой стороны, который будет смотреть вот сюда, создавая такой узор из 4 веерочков. 1, 2, 3, 4, 5. Между ними воздушные петельки. 1, 2, 3. И столбик без накида в столбик без накида. 2, 3. И опять веерочки. То есть узор достаточно простой, он и на схеме смотрится простенько, но интересно. Вот такой узорчик будет. Получается из 4 веерочков, а тут у нас 4 воздушные арочки. И в шахматном порядке. 4 веерочка, 4 веерочка, 4 веерочка, а между ними будут воздушные петельки. И за счет этого создается необыкновенно красивый узор. Правда же? 4, 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Между. 1, 2, 3. Так, что это я тут напридумывала? Если мы провязали уже 3 воздушные петли, значит, здесь мы вяжем веерочек, который смотрит внутрь. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Смотрим, что у нас здесь.
Мы провязали вот этот рядочек. Раз, два, три. В основание. Один, два, три. И раз, два, три, столбик. Вот это нужно просто запомнить, что с одной стороны у нас идет набор из 8 воздушных петель, а с другой стороны у нас идет вот такой столбик из 3 накидов. И вот во второй накид нам нужно провязать еще воздушный веерочек. Один, два, три, четыре. И последний столбик с 2 накидами. Вот, примерно вот так. Все идеально получается. Опять, что мы делаем? Вяжем 8 воздушных петель. Нам нужно запомнить момент. Цепочка и вторая цепочка. Здесь у нас вместе цепочка, вместе цепочка. Вот. Когда у нас здесь цепочка идет, двойная уже, значит мы начинаем вязание не с 8, смотрите, мы не вот это вязание начинаем, а внутрь идем, вот 4 воздушные петли, 4 воздушные петли и над цепочкой вяжем веерочек, цепочка, потом опять над цепочкой веерочек. 1, 2, 3, 4, поворачиваем вязание, разворачиваем и вяжем там, где у нас внутренние веерочки. То есть у нас идет чередование. В одном ряду мы делаем набор из 8 воздушных петель и дальше веерочек. Во втором ряду мы делаем только 4 воздушные петли. Не вверх, а в сторону, в центр вязания. Это вот нужно просто запомнить, что чередуем. В первом рядочке мы с вами делаем расширение, во втором рядочке вяжем внутрь, то есть у нас вот над 2 цепочками всегда должны быть веерочки, которые смотрят друг на друга. Вот здесь веерочки. Раз, два, три, четыре. Вместе собраны. Значит, мы вяжем цепочку. Один, два, три. И веерочки. То есть запомнить легко на самом деле. Три, четыре. Там, где цепочка, значит, мы теперь 2 цепочки. Значит, здесь идут веерочки, которые смотрят друг на друга. Четыре, пять. Один, два, три. Раз, два, три. Хочу показать завершение ряда, потому что как мы начинаем из 8 воздушных петель, я уже показывала, а как мы завершаем из 4 воздушных петель, да, то есть чередуем. Один, два. Так, все правильно. Веерочек вяжем второй внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. И 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Завершающий штрих в последний столбик. То есть мы с одной стороны у нас, и с другой стороны мы заворачиваем как бы внутрь. Вот. И теперь уже вяжем 8 воздушных петель. Через раз тому 4 воздушные петли и вяжем внутрь, а теперь вяжем 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, столбик с двумя накидами, четвертую петельку, 1, 2, 3, 4. Вот. А в следующем ряду мы будем начинать из 4 воздушных петель и вязать внутренние веерочки. То есть ряд такой, ряд такой. Вот это что нужно запомнить. Вязание внутри, оно очень однотипно одинаково. Я думаю, мы запомнили уже. В шахматном порядке вяжутся веерочки либо внутрь. Раз, два, три. Либо цепочка. Как сейчас. Раз, два, три. У нас вяжется цепочка. Так, почему я два дела накида? Один, два, три, четыре. Вот. Смотрим. Раз у нас здесь только один рядочек, который веерочков смотрит друг на друга, значит, наша задача провязать второй ряд. И уже тут сложно спутать узор, потому что он повторяется. Либо смотрит внутрь, создавая такой неповторимый узор. Вот. Раз, два, три, четыре, все, да? Вот. Здесь у нас одна цепочка, значит, нужно еще одну цепочку провязать. Столбик без накида. Один, два, три, четыре. То есть раппорт узорчика у нас получается два ряда. Потом мы меняем местами веерочки и воздушные цепочки. Все. И также сначала вязание. Либо мы набираем 4 воздушные петли и вяжем веерочек внутрь. Либо мы вяжем 8 воздушных петель и вяжем начало с цепочками. И вот все остальное запомнить легко. Вот, и тогда получится вот такое красивое чередование, а внутри такой как цветочек, да, смотрите, получается красивенький. Один, два, три. Предлагаю повязать этим узорчиком, попробовать. А может быть, знаете, связать даже и образец, чтобы, глядя на него, вы уже решили для себя, нравится вам такая шалечка, или это, может быть, бактус будет. Потому что когда вяжете образец из абсолютно любых остаточков, тогда вы уже принимаете решение, вяжем или не вяжем. Хотя идея, узорчик, схема, все очень-очень симпатично. Если мы в прошлом ряду вязали просто 4 воздушные петли, то значит 1, 2, 3. Что мы делаем? Все правильно, мы вяжем цепочку. Раз, два, три. Помните, да, мы? Раз, два, три. Как мы заканчиваем вязание? Мы вяжем последний столбик. Столбик с тремя накидами. Потом во второй накид вяжем. Раз, два, три, 4, а последний столбик с двумя накидами. Это такой завершающий штришочек у нас. Вот. И если мы с вами вязали в самом начале 8 воздушных петель, то сейчас мы начинаем ряд с 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И вяжем веерочки, которые будут смотреть внутрь над цепочками. Вот и все. Все секреты вязания, весь разбор узора. Еще чуть-чуть повяжем, чтобы посмотреть картинку в большем объеме. Но разбор узора мы сделали.
Самое главное – чередование в начале. Вот это уловить. А как вязать сам узорчик, тут уже все понятно. Либо вместе, либо цепочка. Вместе – цепочка. Вместе – все. Все остальное понятно. Повязала еще немножечко. Получается замечательная шаль. Чем она хороша? Хорошее расширение. Это бывает нечасто, скажу я вам. Хорошее, широкое расширение для красивой шали получается. Это здорово. Кто часто смотрит мои видео мастер-классы, помнит, что таким узором мы вязали с вами летнюю кофточку. Узорчик очень симпатичный, и он превращается как бы в цветочек. Вот так вот, если правильно все вязать, вот так, видите, как цветочек. Такая цветочная тема, как будто это мотивы безотрывно. Очень часто, когда я вяжу шаль, спрашивают, а как вязать прямое вязание? Вот оно у меня есть. Плейлист вязания для взрослых. Переходим и смотрим. Кофточка такого нежного персикового цвета у меня была. А на сегодня мастер-класс мы с вами разобрали, повязали. Вязание очень симпатично и несложное, что самое главное. Два ряда узора. Либо мы делаем расширение, либо мы вяжем просто 4 воздушные петельки и вяжем вот такие группы. Это самое основное. Вязать по центру тоже очень простенько. Если вам узорчик понравился, обязательно напишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, приглашайте своих подружек. Будем вязать вместе. До новых встреч!